Чит, они там опять разорались. И сидишь, узнаешь, слушаешь. Надо немедленно выдвинуть, ясно? Молчи, проклятый. А что, Феденька, войны сейчас никакой нету? Да как же это нет, кормилец? Шведы прямо заедают. Крымский хан на юбком шляхе безобразничает. Что ты говоришь? Да. Как же они допустили? Не люди нашли! Встань, Федор. Я тебя не виню. Пиши. Царский указ. Приказываю послать войско выбить крымского хана с изюмского шляха. Точку поставь. Точка. Подпиши, великий государь. Я не имею права подписывать такие исторические документы. Да я не имею права подписывать. Держи, Федя. Да скажи им, чтобы назад не торопились. Пусть на обратном пути Казань возьмут. Ну, чтобы два раза не ездить. Как же это так, батюшка? Ведь Казань-то наша. Мы ее давным-давно взяли. Да? Ну, это вы поспешили. Не, 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 да ладно. Раз уж взяли, так уж и быть. Не обратно же им отдавать. Ну, ступай. И чтоб думать.